Друзья, сегодня мы идем вот сюда. Друзья, здесь в Mall of America находится самый большой конструктор Лего в мире. Ну, насколько я вот по отзывам посчитал, здесь самый большой конструктор Лего в мире. Вот. То есть сейчас я буду ходить, искать, где он здесь находится. Покажу вам его, как он выглядит. Сам еще его не видел. Все, друзья, всем приятного просмотра. Друзья, вот это самый большой Лего в мире. Это Лего, это дракон, чтобы вы понимали, это настоящий Лего. Это не бутафория какая-то, это Лего. А здесь дети собирают лего. По-моему, есть такое правило, если тут на скорость собирают, кто первый соберет быстрее, тому этот лего дарят в подарок бесплатно. Вот. Ну и здесь очень такой большой магазин этот лего. Вот. Очередь сумасшедшая к нему.